Красота необходима, чтобы найти себя, привнести в свою жизнь гармонию и любовь. Красота – это состояние души. Я всегда говорю, что самое важное – не быть красивой, а чувствовать себя красивой. Так утверждает Моника Белуччи, итальянская актриса и модель. Ей уже 60, а она все так же прекрасна и восхитительна. Как сложилась личная жизнь этой замечательной актрисы? Она дважды была замужем. Первый муж – фотограф Клаудио Бассо. Они поженились в 90-м году, но уже спустя 4 года брак распался. На съемках фильма «Квартира» она встретила актера Венсана Касселя. Они поженились в 99 году. У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 13 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. Актриса разошлась с супругом без скандалов, тихо и мирно. Потом она состояла в отношениях с французским актером Жерем Лелушем, который младше ее на 8 лет. С 23 года Моника Белуччи состоит в романтических отношениях с американским кинорежиссером и продюсером Тимом Бертоном. Но речь сегодня пойдет о дочерях итальянской актрисы и модели Моники Белуччи и ее французского коллеги Венсана Касселя. У Моники Белуччи две прекрасные дочери – Дева и Леони. Первую дочь она родила в 40, а вторую – в 46 лет. Младшая дочь Леони учится в школе недалеко от города, где она родилась. Она все еще слишком молода, чтобы всерьез задумываться о выборе будущей профессии. Но эксперты не исключают, что девочка может пойти по стопам своих родителей, когда всерьез задумается о своей карьере. Старшая дочь Моники, Дева Кассель, родилась 12 сентября 2004 года во Франции и стала первым ребенком Белуччи и Касселя. На тот момент Монике было 40 лет. Интересный факт. Девочка, получившая имя Дева, родилась под знаком зодиака Девы. Дева – нестандартное имя и встречается крайне редко, если не сказать никогда. Впрочем, оно было выбрано Моникой и Винсентом неспроста. В одном из интервью актриса призналась о том, что это имя имеет спиритуальное значение. «Я счастлива». В переводе с санскрита «дева» означает «богиня» или «небесная особа» и может использоваться в индийской культуре как имя для богинь. Дева Кассель уже стала любимицей публики и начинает покорять модные показы, а также являться лицом люксовых брендов. Сначала девушка покорила модный подиум и стала лицом аромата Dior, украсила несколько обложек лучших фэшн-журналов мира, а теперь нацелилась и на актерскую карьеру. Дева продолжает путь своей знаменитой матери. С первого появления на публике Деву Кассель начали сравнивать с ее мамой Моникой в молодые годы. И действительно, Дева и Моника невероятно похожи. Моника Белуччи хвалит дочь за работу и говорит, что очень гордится своим ребенком. Жила-была маленькая девочка. Время так быстро проходит. Да пусть жизнь защитит тебя, любовь моя. Такое напутствие определенно вдохновляет. И Дева не остановилась на достигнутом. Дева успевает не только работать, но и заниматься личной жизнью. Девушка рассекретила свой новый роман. Она встречается с итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Девушка поделилась в соцсетях их общими фотографиями из романтического путешествия. Отметим, что Нанни, как и более известная его избранница, также активно занимается моделингом и снимается в кино. Его можно уже увидеть в итальянских фильмах и сериалах. Ангельское лицо, пухлые чувственные губы, длинные пышные волосы, большие глубокие глаза, аккуратные носики, стройная фигура – все это о Деве Кассель, дочери Моники Белуччи и актера Венсана Касселя. Деве удалось унаследовать красоту своей матери. Модное сообщество делает ставки, что Дева превзойдет свою мать.